Большой ремонт в Краснодаре только набирает обороты. Проезд закрыт на отдельных участках крупных магистралей. Горожане вынуждены строить пути объезда, терпеть некоторые неудобства. Но, оказывается, есть сегодня технологии, которые минимально вмешиваются в привычную жизнь горожан. На улице Уссурийской дождевой коллектор реконструируют как раз таким методом. Как строителям удается укладывать огромные железобетонные трубы, не задевая подземные и наземные коммуникации, и даже не портить ландшафт улицы, расскажет Тамара Шамарина. С сентября на улице Уссурийской кипит работа. Правда, известно об этом только ближайшим соседям по участку. Улица не перекрыта, к 66-й школе спокойно подъезжают автомобили. Родители забирают школьников. А ведь здесь прокладывают дождевой коллектор. Работа трудоемкая и грязная. Но строители тщательно изучили инженерно-геологические факторы и приняли решение работать методом микротоннелирования с креплением железобетонными трубами. Так что рыть траншею не придется. На данном объекте мы применяем данный метод, который позволяет прокладывать коммуникации, не разрывая траншеи, а также обеспечивает людям нормальные условия жизни, комфортные, которые позволяют также двигаться транспорту, не перекрывая улицы. Соответственно, мы ведем здесь проходку 455 метров, диаметр трубы 1500 миллиметров. Участок непростой, идем по радиусу с применением технологии навигационной FAUMT. На данном участке попадается много коммуникаций, чтобы не делать промежуточные шахтные стволы. Идем по дуге, выход у нас планируется через 3 недели, надо успеть взять объект к Новому году. Значит, мы работаем уже на территории Краснодарского края не впервые. Мы реализовывали ряд олимпийских объектов, мы проектировали и строили конденсационные коллектора. Считаем Краснодарский край и Краснодар для нас родным регионом, южным. Участок действительно непростой. Район подвержен сейсмическому воздействию, а это требует точности технологий. Метод микротоннелирования «Союз Донстрой» используют давно и по всей России. Краснодарскую улицу Уссурийскую обещают сделать так же – качественно и сдать в срок. Тамара Шамарина, Денис Целуйко, телекомпания «Краснодар».